Всем космический привет! В нашем восприятии 12 апреля неразрывно связано с Днем космонавтики. Так ведь? Ну, разумеется, так. Что интересного было в архивных газетах нашего города, помимо всего этого космического ажиотажа? На удивление были разные статьи и не связанные с полетами в космос или Юрием Гагариным. Например, в газетах 90-х рекламировали некое чудо-средство. Сибирское научно-производственное предприятие «Росич» предлагает населению уникальную продукцию – цветочная пыльца. Это средство улучшит умственную и физическую активность, также нормализует пищеварение, укрепит стенки сосудов и повысит работоспособность. Цветочная пыльца, будто сами феи собирали. Ну а пока мы рассуждаем о цветочных производных, журналисты собрали конференцию. В ангарском отделении Союза журналистов 24 человека. 12 апреля 1965 года они провели свое отчетно-выборное собрание. Чтобы вы не заскучали от всех этих тем обсуждений, я лишь скажу, что на такой конференции собрались первые лица города, депутаты, теле- и радиоведущие. В любом случае, такого рода собрания и встречи освещались СМИ как нечто грандиозное. Кстати, была еще одна встреча 12 апреля. Международный семинар психологов проходил в течение 5 дней. Тема собрания – работа психологов в области образования и высших средних учебных заведений. Выступали специалисты из США, Великобритании и Дальнего Востока. Гости из других стран оказывали особое впечатление и придавали статус мероприятиям. Отчасти зарубежные специалисты пытались объяснить важность такой профессии, как психолог. А вы прибегали к услугам психолога? Почему-то в России такая практика вовсе не признается. Шоколадка и прогулка – вот мой лучший сеанс психологии. Желаю вам хорошего и легкого дня. Пускай ваше настроение будет на высоте, как Гагарин в космосе. Пока-пока.